Привет, сегодня учим песню Гарика Харламова, то есть Эдуарда Сурового «Мысли в голове у Бузовой». А чё, у неё мысли есть? Да ещё какие, вот послушай. Рысь, Лариса, пулемёт, перец, жижа, вертолёт. Полдевятого, фломастер, амперметр, нож, сапог. Две Марины, муж и мюсли, поле, кукурузово. И что бы это значило? Вот такие мысли в голове у Бузовой.